Правящая фракция «Гражданский договор» может организовать выборы президента Армении уже 3 марта. Об этом пишет газета «Жухувурд» со ссылкой на свои источники. Издание отмечает, что 1 марта начинается очередная сессия Национального собрания. В течение этой недели и планируется выбрать президента. Не исключено, что именно 3 марта. Газета еще в начале февраля писала, что властям не хватает голосов для избрания Ваагна Хачатряна в первом туре и обратилась за помощью к оппозиции. Однако оппозиция отказалась их поддерживать. Дело в том, что для избрания в первом туре нужно набрать 3/4 голосов, или в данном случае 81 голос. Правящая фракция представлена 71 депутатом, а значит, нужны еще 10 голосов оппозиции. Исходя из этого, власти предусмотрели привести Хачатряна во втором туре, где уже нужны 3/5 голосов, или 64 голоса. Решение этой задачи им вполне под силу. По сведениям газеты, президента планируется выбрать в первой декаде марта, после чего 14-15 марта уже хотят организовать инаугурацию. Напомним, президент Армении Армен Саркисян подал в отставку 23 января. Правящая партия позже выдвинула на этот пост кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности, бывшего мэра Еревана Ваагна Хачатряна.